Привет, с вами Стёпа. Давно ждали видео со мной. Привет, с вами попугай Стёпа. Давно ждали видео. И я сейчас тут. В общем, вы должны задать мне вопрос. Задавать мне вопросы будьте в комментариях. Вопросы могут быть разные. Например, сколько я гуляю часов? И вы должны написать, например, вопрос в комментариях. Я отвечу на него в следующем видео, которое будет называться «Вопрос-ответ от Стёпы». Так что пишите свои вопросы в комментариях, а мы погнали смотреть моё видео. Сегодня мы будем смотреть самые прикольные видео вместе со мной. Ну а вы садитесь поудобнее, и мы начинаем. Я сел за стол. Страшилка. Я сел за... Кусать кровать, обои, драть кровать. Учат в школе. Делать куси тыгы-дык, об диван точить свой клык. Учат в школе. Ученики, можно один вопрос? Ну давайте. Откуда у вас силы вставать утром в школу? Вы каждый день ходите сюда по приколу? Как вам не лень, не пойму я, ребята. Ладно, там я, мне хоть платят зарплату. Мне мамка как вставит волшебный пинок, и тяга к учебе проснется в разок. Бежишь такой в школу с сумкой 5 килограмм. Мотивация, во, вставать в 6 утра. Ученики, я льва... А? Что это? Мам, просыпайся! Тут с камеры приходит оповещение, что дома кто-то есть! Что? Раз, два, три, четыре. Мы реально все здесь! Кто там? Открывай камеру, давай посмотрим. Блин, мне страшно. Это кто же такой? Это что, Оскар? Чё, дурак, я здесь? Может, это злой дух Емаранера? Смотрите, как глаза светятся. Да это какой-то бред. Как он мог туда попасть? Наверное, нужно пойти туда и посмотреть. Если вам понравились видео, и спасибо, что вы их смотрите, поставьте лайк этому видео. Ну а мы продолжаем. Сейчас мы смотрим видео, чем занимается Стёпа весь день. Потом мы с ним снимаемся. Снимаем разные видео и думаем, какие снять. Кстати, пишите под этим видео в комментариях, что еще мне снимать. Потом я включаю ему музыку, и он поет под нее. Потом он еще час гуляет и идет домой. Своими делами кушает и играет, и потом он засыпает уже вечером. Всем пока, подписывайтесь. Сейчас мы посмотрим видео, как гуляет Стёпа. Привет, я попугай Стёпа, и сейчас я вам расскажу, как я гуляю. Привет, я попугай Стёпа, и сегодня я расскажу, как я гуляю. Сейчас я буду улетать. Но сейчас я прилечу к вам и покажу, как я прилетаю. 10. А вот так я улетаю. А еще у меня есть друг. Это страус.
Конечно, он не настоящий, но он для меня друг. Да-да. Смотрели видео, как гуляет Степа и...